Витя обижается на меня. Пришел, лег, но лег жопой. Кристюш, ну я ж колю тебе уколы не потому, что мне так хочется, а чтобы ты выздоровел поскорее. Я понимаю, что тебе не нравится. Ну что мне делать-то? Надо колоть. Я же хочу, чтобы ты у меня здоровенький был. Так что ты давай там это, не обижайся. Надо немножечко потерпеть. Живем, так и живем. Что, так выглядит у нас дорога? Сейчас я схожу в магазин. Потом почищу, прогрею машину. Конечно, по такой дороге никуда не поеду. Но смысла нет. Если застревать и все такое. Почистить, прогреть надо. Не наебаться. Ну, там, где чистили, то чистили, скорее всего, сами владельцы машины. Здесь вот, может быть, почистила администрация центра торгового. Вот так немножко. Вон там ездит, кстати, чистит. Но опять же, не во дворах, а около торгового центра. Вот так вот и живем. Что здесь по моей? Вот. Мне, чтобы выехать, надо будет все это вычищать. Самого этого. Самой двери. Ой, здрасте. Ну что, как дела у моей красавицы? Греемся маленечко. Фух. Немножко прогреемся и сниму. Сниму. Ну, в смысле, почищу. Фух. Вот так вот. Прогреться, ну, минут 30 надо будет стоять. Ну, я сейчас почищу, потом буду сидеть. Ну, а что делать? Просто если она у меня долго будет стоять, у меня аккумулятор не новый. Я потом, когда нужно будет, ее хрен запущу. Надо будет звать таксиста Махмуда. Ой, нет, не Махмуд, он как его? Мамед. Ну, короче, который меня в прошлый раз спасал. 500 рублей. Что, короче, было, когда летом. Сейчас, наверное, те 600 рублей подзарядить. Ну, короче, поэтому лучше не терять заряд аккумулятора, даже если не ездишь. Все, я пошла очиститься. Фу, все. Привет, привет. Главное вовремя поздороваться. Слушайте, ну сижу, греюсь. Ну как греюсь, машину отогреваю. Конечно, я выехать отсюда вряд ли смогу. Ну, может быть, если постараюсь, конечно, смогу еще. Шансы есть, колея есть, но вот эти вот движение сейчас ни к чему, мне никуда не надо ехать. Мне, по сути, ее переставить некуда. То есть везде вся парковка не чищена. То есть тут вариантов нету. Многие, в принципе, даже не заезжают во дворы. Тогда я не понимаю, где они ставят машины. Ну, короче, парковочные места все занесло, дорогу все занесло. Может быть, там сейчас этот трактор освободится, может быть, он сюда приедет. Поэтому я пока не вижу смысла выдрачиваться и куда-то машину переставлять.
Тем более, что к вечеру она опять будет в таком же состоянии, в каком и была. Поэтому сейчас просто прогреваю ее. Пусть немножечко прогреется. Зарядится немножечко аккумулятор. И пойдем домой. Купила кошакам наполнитель. Большой, наконец-то, такой появился. Что там еще? Корм купила и купила капельки от профилактики мочекаменной. Ну, их в водичку добавлять. Буду добавлять, пусть пьют все. Я спросила, говорю, ничего, если те, кто не болеет, будут спать. Вот прям несколько. Говорит, ничего страшного, пусть пьют. Ну, вот как бы. Ну, там 200, по-моему, 50-270 эта пачка капелек стоит. Добавлю в воду, потому что Крестюша воду пьет хорошо. Ну, что-то сегодня мне прям вот, не знаю, не нравится. То ли он обиделся на меня, так лежит, за то, что я ему укол делала. Причем он сегодня почти вырвался. Ну, когда он же дергается, иголка-то, она хоть маленькая, но она выскакивает, приходится еще раз колоть, то есть еще один прокол делать. Короче. Он сегодня несколько раз, получается, колола шкурку. Вчера и позавчера. Короче, он... Где-то я уже это... Палец поцарапал. Машину чистила. Маникюр хоть цел. И на том спасибо. Вот. Короче, такие дела. Человеческий магазин заходить не стала, думаю, мне ничего не надо, сейчас зайдешь за чем-нибудь, купишь еще кучу всего, думаю, не нафиг, ничего мне не надо, все, что надо будет, закажу онлайн, мне привезут. Вот. Так что, такие вот дела. А, думаю, что еще забыла рассказать. Платье одевала я на корпоратив. На чужой корпоратив одевала цветное. В итоге выбирала между красным и цветным. И думаю, блин. Но черное я сразу отмела, потому что, ну, во-первых, все будут в черном. Во-вторых, ну, блин, я комплексую. Оно, мне кажется, для меня слишком короткое. В итоге, естественно, выбирала между красным и цветным, одела цветное. Прекрасно провела время. Отвезли, привезли. Не напрягалась. Просто хорошо проводила время. Это было чудесно. Вот. Еще присмотрела себе, кстати, ну, на Вайлдберрисе. Я на Вайлдберрисе вещи ни разу что-то... Нет, по-моему, пару раз покупала. Ну, короче, присмотрела себе там пуховичок длинный. Потому что у меня только короткий. Я присмотрела там себе длинный. Там даже это... Ну да, длинная зимняя куртка. Присмотрела. Ну, не знаю, до Нового года, наверное, сейчас, во-первых, вся будет вот эта рабочая суета. Скорее. Зачем? Куда спешить? Ничего все равно не изменится после Нового года. Я, конечно, понимаю, что пол января там как бы такие легкие, да, когда ты вообще ничего не делаешь, но не знаю, короче. Вышла на новую работу и пока стараюсь вникать во все это. Но в любом случае удаленно, поэтому посмотрим, как будет. Может быть, хотя бы, не знаю, если в итоге как бы не понравится или еще что-то, всегда можно... У меня с ними контракт до апреля. То есть как раз, если мы разойдемся в наших желаниях, как раз к весне уже можно будет посмотреть даже что-то с выездами. Ну, то есть в офисе. Потому что вот в такую погоду до офиса хер доберешься. Конечно, гораздо лучше сидеть дома. Вот, короче, вот такие вот новости. Наболтала. Ну, а что еще делать? Машина греется, чем еще заняться? Селфи делать и на YouTube записывать видео. Болталки, видео-болталки. Вот, такие дела. Выспалась сегодня хорошо. Я от котов закрылась. Короче, я выкнула, тогда давайте, знаете что, маме надо выспаться. Кота-мать хочет спать. Вот, поэтому спала и наслаждалась утром. Ой, сейчас рука устала. Колеса покрутить.
типа расчистила дорогу. Ну нет, конечно. Там какой-то мужичок. Нам даже по этой дороге даже идти сложно, там не видно. Ладно. Идет с трудом мужичок. Я понимаю, сама с трудом шла. Ну, короче, вот такие вот дела. Так, немножко обогрев себе здесь уберу. С попы. А то в попе стало жарко. Вот. Короче, сидим. Сижу, грею машину. Погрею, пойду домой. Чай попью. С баранками. Нет, баранок нету, но... Ой, можно сделать эти... Нет, не блинчики. На блинчики молока нет. У меня есть кефир. Нужно сделать оладушки. А можно и не сделать. Ну, короче, сейчас приду, посмотрю. Может быть, просто так чай попью. Вот. А ведь чай. Не буду сегодня вообще рабоченькие дела открывать. Несу так. Надо сегодня, сегодня-завтра не буду ничем заниматься. Ну, это я себе сейчас так говорю. Может быть, я в воскресенье-то что-то как бы и начну делать. Посмотрю, потому что, ну, подработочные дела можно запустить. Деньги лишними никогда не будут. Тем более, опять же, впереди январь. Он явно будет тих и свеж. Я надеюсь, что он будет тих и свеж. Знаете, в нынешней политической обстановке хер знает, что будет завтра. Поэтому... Пусть уж он лучше будет тихим и свежим, чем, не дай бог, еще что-нибудь случится. Хватит. Как знаете, как в этом, в меме, который сейчас на Фейсбуке. Одним шампанским такой год не проводишь. Хотя и прошлый год будешь. Ну, блядь, сейчас... Ладно, не будем заходить в эти дебри. Надо краску себе заказать. Я сегодня волосы помыла, но вот то, что я сходила, машину почистила, туда-сюда прошла. Уже все в таком непонятном состоянии. Ну, прошлась, вспотелась. А, вон там мужик входит, этот дорожки расчищает. Ну, вот я как-то снимала, мужик, мужчина, дворник, да, не знаю, какой у него должность. Короче, ходит, расчищает вот этим странной конструкцией, которая, знаете, сверху с нее все сыпется и высыпается, а дорожку он чистит. Ну, то есть, вместо того, чтобы реально убрать снег, хотя бы, ладно, если вы не вывозите, как в цивилизованных странах, так хотя бы, блин, хер с ним, сложите этими подмосковными горами, да, вот когда у тебя гора доходит до окна, вот на первом этаже особенно. Ну, нет, он ходит... Короче, она говорит, бесполезная штука для нашего региона, мне кажется. Но ее купили, видимо, да. И в отчете написано, что снегоуборочная техника УК имеет. Ну, короче, ладно. В общем, такие вот дела. 15:33. Мы сколько с вами сели? 15:17. Да мне еще минут 10-15 сидеть. Блин. Ну, ладно, сейчас в интернете положу. Короче, вот такие вот дела. Все, сегодня такой болтологический блок. Блок, влог. Хрилок, как хотите, ни о чем, как всегда ни о чем. У меня все всегда ни о чем, девочки. Просто смириться. Просто с этим надо смириться. Понять и простить. Все, у меня всегда ни о чем, поэтому все. На этом со всеми попрощаюсь. Всем хорошего дня, хорошего настроения и все такое.